Итак, привет, дружище. Ну что там, усаживайся поудобнее, про пельмешки не забывай, про лайк не забывай, про все не забывай. Спасибо, что пришел посмотреть это видео. Но у меня к тебе маленькая просьба. Если тебе не трудно, даже если тебе не интересно, посмотри, пожалуйста, мое прошлое видео про GTA. Там я на 1 000 000 баксов открываю лотерейные билеты. Тот же роллинг, только, ну, как бы немножко по-другому. И после данного видоса тоже выйдет еще жестче видео по GTA-шке. Там я уже за реальные деньги открываю лотерейные, ребята, билеты, потому как бы нужна поддержка, поставьте там лайкусик, вот, и от души прошу, буду вам весьма благодарен, и пару комментариев напишите. А вообще, кто в GTA-шку не играет, елочки-палочки, присоединяйтесь к нам, давайте сегодня поиграем, сегодня у меня как раз стрим по ней будет. Ладно, не суть, там просто новые тачки, надо кое-что сделать. Не суть, не суть. Так, тут уселись, да, вот, все мы сделаем после данного видоса. Вот, веслоухи, наконец-то я добрался прокачать то, что я хотел, но перед этим, знаешь, что надо сделать? Знаешь, многие из вас там спрашивают, князь, куда, в какую гильдию вступить, смотрите, просто в поиске пишем, вбиваем «Новая эра». Эра, я тут подсматриваю, боюсь запороться. Так, смотри, гильдия, нет, это не та. А, я как обычно лоханулся, нет, сюда не вступайте. Я, главное, понимаете, я настолько офигенен, что, подсматривая, как называется гильдия, все равно взял и накосячил. Наша эра, друзья, вот наша эра. Набор ведется от 200 тысяч силы. И тут главная фишечка заключается в том, что тут, елки-палки, каждый месяц розыгрыш. Каждый месяц розыгрыш по 1000 рублей среди активных игроков. И как бы ты сюда вступай, но только в том условии, если ты проходишь битву гильдии, играешь, да, если ты хочешь повалять дурака, то даже и вступать нету смысла. То есть, грубо говоря, месяц отыграл, поучаствовал в розыгрыше, вот. Это как бы, это мотивирует, друзья, даже можно подзаработать. Вот, хорошая команда, хороший коллектив, все ждут атака фортов, там нарси, все дела. Ватсапчик обязательно, номерочек, да, вы по этому номерочку можете взять, списаться и вступить в гильдию «Наша эра». Спасибочки и огромнейшее за поддержку. А вам, это, ну, кто без гильдии, советую туда вступить. Ну, а мы погнали, ребята, дальше. Наконец-то сбылась мечта идиота. Сегодня буду качать очередного коллекционного героя. Нет, это не Гаргул. Гаргул у меня был. У меня не хватало одного дурачка. Его зовут... А я забыл, как его зовут. Когда-то его называли темный колдун. Когда-то его называли убийцей. Убийцей, знаете кого? Убийцей этого барда. Потому что он как бы типа может контрить барда, но в целом по прошествию времени мы понимаем, что ну это абсолютно бесполезный герой, да. Вот, подожди, надо кого-то слить, кого слить, не знаю. Надо, не знаю, давай душегуба какого-то сольем. Так, руны. На, вот рун нету, значит, можем. Можем, верим, переможем. Так, окей, улучшить, заходим сюда. Ну и давай какого-то душегуба. Освобождаем место. У нас там сколько было? 240 тысяч силы, да? Ну, как бы сила у нас, по сути, не прибавится. Но у нас прибавится где-то судьба, и у нас как бы писька наша на 2 миллиметра вырастет. Потому что у нас на аккаунте становится больше разновидностей всевозможных героев. Мы открыли колдуна. Это тот герой, на которого я даже, грубо говоря, ни разу не делал обзор. Вот. Я как-то пытался, но так, как говорится, и не добрался. Короче, ну давай паролем немножко, давай посмотрим, что у нас тут получится-то. Ёлки-палки. Кстати, у меня еще и места мало. Вот, на жестком диске. Вообще печалька. Не знаю, давай, я вообще огненку хочу выбить. Но вообще в целом абсолютно плевать, потому что он никак использоваться не будет. Ай, ну давай. Какой разброс? Нет, это совсем жестко. Берсеркер, дружище, это уже очень жестко. Бог войны туда же. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Так, гнев. Такое, ракушка. Скорость. Оживление. Тяжелый удар. Что так грустно вообще, падают таланты. Слушай, а вообще плевать. А в рот мне ноги. Хотя нет, не буду ставить самоуничтожение. Ой, гнев, лучше бы самоуничтожение. О, огненку, давай огненку. Я, если честно, даже не помню, что он делает. Я не помню его
Умение герой входит в транс, не может двигаться, атаковать, запускать навыки, а также получать бафы или состояние от навыка HR. Наносит общей сложности 70% урона от атаки, находящимся вблизи вражеским боевым единицам. Каждые полсекунды этот урон распределяется между не более тремя противниками. Юниты, получившие урон от атаки этого героя, теряют 8 энергии за удар и уменьшают свою скорость передвижения, скорость атаки на 20% в течение 2 секунд. А транс длится 5 секунд. Этот герой не восприимчив к молчанию, состояние бедствия, его урон игнорирует эффекты превращения урона в лечение. Вот такая вот фигня, хотя я не помню, или это он не был антибардом. Ну, вот. Ну, что-то, короче, какая-то такая вот ситуация. Давай его качнем. Ну, еще раз говорю, мне дико на него насрать. Ну, смотри, у нас тут есть герои. Сука, посмотрел на этих синих героев, захотелось сразу паролить. Захотелось сразу паролить, но не буду. Вот. Или буду, или не буду. Не знаю, давай. Использовать. Отлично. Дальше. Улучшаем. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. Вообще все, все тратим. Все, десятку, смотри. Пусечка, да и просто посмотри, какая пусечка. Ох ты, боже. А, ему надо умение качнуть. Там вот эти вот вторые эволюции все, да. Вы же понимаете. Кстати говоря, что у меня там вообще с книжками происходит? Ну, вроде какие-то у меня там ништяки, сундуки там были. Так, давай, опа, соточка, так, во, у меня нормально еще книг, еще живем, ребята, еще живем, еще все нормально, усовершенствовать и давай сразу ему эволюционировать, подожди, руны просветить, давай ему просвет, сейчас тоже по полной программе ему прокачаем, чтобы хорошо было, чтобы от души было. Давай, 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 какой у нас уже 30-й, сейчас 40-й, наверное, долбанем, 50-й, смотри, опа. Дальше, эволюционировать. Та-дам, КГшки у нас есть, это хорошо. Так, улучшить навык, добавить опыт, полетели дальше. 144 книги улетело, 95 синих книг улетело. Фиолетовых не хватило. Ну, нормально. Живем, живем. Живем, не паримся. Зато сейчас не нужно листать. Так. Прорыв ему еще долбанем. Вообще будет еще пушка. Пушка-гонка, да. Ну, как бы, как вы видите, у нас закончилась мана. И золото. О. Ой, как хорошо. А тут у нас 2500 самоцветов. А здесь 380 самоцветов. Не... Походу придется ролить, елки-палки. Не знаю, так, усовершенствовать. Улучшить навык. Подожди, добавить предметы. Давай, оп ему. Вот так вот, да? И чё? И чё? Ну, можно делать вторую, типа, эволюцию, но сначала мы ему просвет покачаем. Так, все, с этим готово, эволюционировать. Повторок у нас нету, берем КГшки. Так, все, успех нам пишет игра. Успешно мы эту авантюру замутили. Так, давай. Ох ты, елки-палки. Поскольку книг уходит, давай золотые. Да, вообще надо, зря я сливал эти все синие книги, потому что, ну, там, зеленые, они пригодились бы для прорыва. Ну, так бы было бы выгоднее прокачивать. Потому что книг сейчас не так уж и много. Что он там, чего мне не хватает? Золото, все, расчехляем. Ману расчехляем, все. Считаю, у нас вот. У нас максимального уровня, но считаю, без прорыва. Так, ну, по силе я еще сам себя, грубо говоря, не догнал. Главное, не забыть ему там. Главное. А, слушай, можно судьбу потихоньку качать. Можно судьбу потихонечку. Да, тут золото расходовалось. Смотри, оп. Сейчас уже 20-й будет. Вот у нас и золото закончилось. Ничего, ребят. Сейчас все будет. Сейчас все хорошо. Вы не парьтесь, главное. Сейчас все будет замечательно. Смотри, опа. Давай. Судьба. Полетели. Повторки у нас, конечно же, нету. Не знаю, до какого его прорыва гнать. Ну, не до максимального. У меня там с камнями проблемы. Хотя, в принципе-то, похеру. Давай. Долбим на максимум. Повторочки, нормально, все замечательно, все опупительно. Так, на видос, который вам надо будет посмотреть, он находится в описании, если что. Я его туда закину.
Тут что-то никто не видел, никто не смотрел. Печаль, беда, печаль, беда. Печаль, беда. Так. Так. Давай дальше. Опа. Ну, слушай, мы ему там сотый просвет, походу. А, во, судьба даже закончилась. Смотри-ка. Судьба. Ну, у нас еще просветик, еще мана есть. И вот, походу, один раз надо ману дозаправить. И тогда хорошо будет. И надо будет еще раз судьбу проверить, когда я ему сделаю аугментацию. Я же ему сделаю аугментацию. Я же не забуду про это. Так, все. Сотый уровень. Снаряжение получить. Так, улучшить. Улучшаем. Чё бы не улучшить, когда можем. Жо, ну вроде я догнал силы. У меня было вроде 240 тысяч силы. Окей. А, тут у нас уже чего-то не хватает. Живем. Так, давай. Максимальный уровень. Аугментация. Полетели. Плюс 173 тысячи силы. Воу-воу-воу-воу-воу. Но тут самоцветов я не хочу много тратить. Пускай это пятерки сразу оставляем, потому что, ну, там нету никакого применения этому герою, хоть он и донатный. Вот. Так, ему just for fun сделаем. Оп, оп. Ну, за 1000 я не буду ролить. Так, здесь, окей. Карточки у нас есть. 5-4. Допустим. Все, сойдет. Короче, сборка. Подожди, сборка. Мое почтение. Колдун, подожди. Созвездие. Основная информация. Поменять. Выберите. Давай, выбираем предмет. Так, вот делаем сразу. О, давай, о. Священный суд пошел. Заходит. Ну что, у нас остается только, грубо говоря, паролить, прорывчик сделать. Ну-ка, судьба. О, видишь, судьба поднялась после того, как я сделал аугментацию. И причем, я скажу так, нехило поднялась. И теперь... Делаем ему прорыв. 10-й прорыв, друзья. Судьба, слушай, как быстро все прокачал. А, тут смотри-ка, надо, да? Повторки нету. Ну ладно, что уж тут поделаешь. И прорыв. Так, прорыв, сюда заходим. Воспламенение. Авто. Все, погнало, полетело. Зашкварчело. Так. Все, 10-й прорыв. Замечательно. Короче, он у нас типа на максималке, а мы его даже можем на таблетку поставить, он где-то должен быть. А, я его сейчас хер найду, он же у меня тут сольется с другими героями. Еще этот скин вонючий. Еще этот вонючий скин. Еще вот, а вот, вот это, да, темный колдун, да, отлично. Смотри, ну так-то он, конечно, красавчик. Вот, давай его одного оставим. Это мы снимем, 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 все. И давай наша супер подземка жестокая, ребята, настолько жестокая, что прям вообще очень сложно пройти. А, ну, как бы это просто фан, и все, встал, стоит додик. По нему мясуют. Я не знаю, кто-то вообще использует его, ну, в реальной жизни, битвы замков. А он кому-то нужен, посмотри. Вот он долбит, да? Как бы очень, очень грустно, да, когда много юнитов. Но, смотри, здание долбит. Вот, теперь у меня появился этот герой. А то хер купишь. Да, что-то он, конечно, такой. Что-то такой нерасторопный. Я бы этого парня эстонцем назвал бы, если честно. Не, ну так-то ему пофиг. Вот даже, грубо говоря, эти башенки не прибивают, не пробивают. Вот. Так, что-то там нанес. Ну-ка посмотрим, дядьку, смотри, как долбить будет. Слушай, по 590 тысяч. По 590 тысяч, нормально. Ну, если он, конечно, пойдет в эту сторону, дегенерат. Ай. Ну и что там? А, ему забор больше нравится бить, понимаете? Ему нравится больше забор бить, стоять, думать там что-нибудь. Слушай, там по лям с чем-то прилетало 800, лям 172 тысячи. Слушай, накидывает он неплохо. Если бы еще не стоял бы как дегенерат, вообще было бы прикольно посмотреть, как бы он сейчас эту всю толпу расфигачил бы. Во, может быть, он додумается. Но он, видишь, это транс у него там, не транс. Он, я, конечно, не осуждаю, но тем не менее, видишь, он мог бы заниматься другими делами. Вот, и что? Ну, как бы надо мне немножечко ништячки. Ой, какие тут даже открывать нечего. Ну-ка, давай на 2000 паролем.
Ну-ка, давай посмотрим, что там. А у нас тем временем лям 242 тысячи силы. Вот. Ну, что-то на пару тысяч поднялось за счет аугментации судьбы. И не забываем, да, я благодарю... Опа! Отлично. Я что-то не понял, а как у меня так быстро самоцветы закончились? Ну ладно, плевать, смерть. Падает же. Фараон. Короче, все, пацаны. Не знаю, что делать, самоцветов нету. Но выпало два спарки. Это как бы удачный роллинг. Только я как понимаю... Смотри. Реликвии там хер прокачаешь, да? Демон. Подожди. Где он перейти? Один только, видишь? Не хватает. А, допустим, спарки. А, вот он как выглядит. Ну и так 27-я. Но видишь, у него не хватает этих камушков. Вот, короче, такое вот видео, ребятушки. Не забываем входить в гильдию под названием «Ребята, там, наша эра». Сейчас чуть опять не запутался. Спасибо ребятам большущие за поддержку. Напоминаю, там каждый месяц разыгрывается по 1000 рублей. Что я могу сказать? Ну, мечта идет, сбылась. Получил ненужного нахер героя. Но, тем не менее, он теперь в коллекции есть. Осталось механоида альфу добить. Фанатика. Вот как-то вот такие вот дела. Всем пожелаю огромнейшей удачи, ребятушки, и пока. И не забудьте, пожалуйста, посмотреть видос, который предыдущий выходил и который следующий выйдет. И жду всех на стриме. От души, ребят, за поддержку. Чао.